Всем привет. Итак, очередной раз у меня эксперимент. Насмотрелся опять видео. Ну, такие у меня адениумы растут уже месяцев 9, наверное. Надоело, что они у меня так растут. И я решил их опять, как я предыдущие два делал, срастить. Но только втроем. Ну, пометил их. Порезал. Корешки вот такие. Вроде неплохие. Прикинул. Будет интересно. Сейчас как закручу их. Сращу. Покажу, как вышло. И будем дальше наблюдать. Сейчас на паузу поставлю. Ну вот. Замотал я. Нелегко, я скажу, было. Вот такая вот конструкция получилась. Как говорится, слабонервным не смотреть. Посажу я вот такой вот. Тут 400 миллилитров, по-моему. Горшочек. Под сыра. И будут они себе расти. Сейчас напишу, когда я их забабахал так. И сейчас принесу, покажу результат той первой моей прививки. Вот результат моей первой прививки. Я прививал в мае 23-го. Ну, такой вот, как сказать, помягче, чудо получилось. Ну, я не знаю, я еще не разматывал. Вот этот вот, а вот маленький, он один раз у меня вообще с виду, ну, такое ощущение, что сгнил. Я, короче, решил оставить, будь что будет. Ну, короче, он за счет вот этого вытянул его. Ну, он вытянулся нормально. И вот такие вот растет он. Ну, я думаю, не буду пока. Я его полил сегодня. Ну, как бы сидит хорошо. Вот. Я поднял, да. Как бы нормально. Ну, такой вот результат. Сейчас я вот это чудо тройное посажу. Покажу, что получилось. Ну, вот все посадил. Вот так вот у меня получилось. Сейчас я его полью и в пакет поставлю. Ну, чтоб, как говорят, там влагу не терял, да? Так что экспериментируйте. Мне скучно стало, вот я решил. Честно сказать, места нету на подоконниках. Я вместо трех горшочков сделал один. Места-то меньше занимает. Так что вот такие вот дела. Будем дальше экспериментировать, смотреть. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Пока.